Сегодня понедельник, 18 апреля, и в Москве стартует один из крупнейших слетов директоров по информационной безопасности – 9-й ЦИСА-форум. Что ждет специалистов отрасли в ближайшие несколько дней, а также в чем главная ценность данного мероприятия, об этом вы узнаете из специального репортажа на канале БИС-ТВ. Я Тамара Никифорова, и вместе с вами мы побываем на ЦИСА-форум 2016. Ну что ж, вот мы и на месте. И что же мы тут видим? Конечно же, огромное количество знакомых лиц, ведь именно здесь собирается весь цвет сообщества информационной безопасности. Здесь и начальники, и руководители, и директора, и вице-президенты, и ведущие инженеры, и главные эксперты. Вне зависимости от должностей, все это специалисты высшего класса, ответственные за информационную безопасность в своих компаниях. Конференция не зря называется межотраслевой. Оглянитесь вокруг. Тут и банки, и мобильные операторы, и ритейл, крупная промышленность, энергетика, ну и, конечно, IT-компании. Какое разнообразие. А найдутся ли у них общие темы для обсуждений? Тем более чем достаточно. Это вопросы управления информационной безопасности, которые возникают в любой крупной компании, вне зависимости от профиля бизнеса или сектора экономики. Исходя из чего выстраивать стратегию информационной безопасности компании, каким образом повышать сознательность сотрудников в вопросах информационной безопасности и не только на бумаге, как со счетами в руках подтвердить экономическую эффективность деятельности информационной безопасности. Или вот тема, прозвучавшая еще на 8-м Уральском форуме. Как службам ИТ и ИБ перестать перетягивать одеяло бюджета на себя и начать работать на общее дело. Этому и другим вопросам посвящены заседания, воркшопы, мастер-классы и круглые столы. Михаил, привет. Расскажи, пожалуйста, чем конкретно тебе интересен ЦИСА-форум? Мне это мероприятие интересно тем, что это, по сути, одно, чуть ли не единственное в России мероприятие, где собираются на два дня практически все ведущие ЦИСА страны, можно сказать, ну и ближайшего зарубежья даже залетают. И можно увидеть, пообщаться не только в соцсетях, по почте, но и в более неформальной обстановке. Я на ЦИСА-форуме уже не первый год, и он интересен мне прежде всего своими людьми, которые на него приезжают, которые делают доклады и которые особенно кулуарно со мной общаются. Это всегда большое удовольствие, и редко встретишь такую подкованную профессиональную аудиторию. Насколько новая аудитория или все те же? Аудитория все те же, но при этом все новые, потому что за год, когда я их не видел, они поменяли работу, и теперь человек работал в одной компании, теперь он работает в другой компании, значит, с ним можно обсуждать новые темы. На новом моем рабочем месте гораздо большая увлеченность бизнеса, они больше интересуются, они готовы в большей степени услушивать, участвовать, например, там исполнительный директор ходит и обсуждает проект по разделению полномочий. Это, на мой взгляд, это очень хороший показатель для отечественной компании, что мы движемся вперед к лучшим мировым практикам. Среди достоинств форума – мастер-классы в исполнении настоящих профессионалов. Не меньше уделяется внимание судьбе и личности ЦИСА. Как складывается судьба специалиста, который приходит в мир бизнеса после государственной службы? Что происходит с теми, кто, возглавив другой департамент, завязывает с информационной безопасностью? В чем заключается ключевая особенность женского стиля руководства службы ИБ? Ответы на эти вопросы дадут специально приглашенные гости ЦИСА-форум 2016. Конечно, никуда не деться от вопроса молодых кадров. На одном из заседаний опытные специалисты встретятся с учащимися вузов для того, чтобы обсудить уровень их компетенции, а также зарплатные и карьерные ожидания. Нет ли такого в компаниях, что когда уезжает главный специалист по безопасности, все в ужасе бегают и боятся, что именно в этот момент они будут атакованы хакерами? Если в компании процессы выстроены правильно, то такого нет и не может быть никогда. А вот если руководитель слишком много замыкает на себя, берет на себя всю ответственность, которая может быть распределена на подчиненных, то, конечно, такое случается. Но, к счастью, у всех моих знакомых здесь именно первая ситуация. Все уезжают спокойно, спокойно общаются, а на предприятиях у них все хорошо. Пока ты здесь на ЦИСА-форуме, нет ли опасности, что вашу компанию атакуют злостные хакеры? Не боишься ли ты? Я думаю, что нет, потому как каждый раз, когда мы уезжаем на какие-то мероприятия по информационной безопасности, мы всю нашу сеть просто отключаем.
Сюда приезжают учиться и учить, общаться и знакомиться, да и просто хорошо проводить время. Тот факт, что форум собрал такое огромное количество специалистов из разных отраслей, это признак того, что крупный бизнес в нашей стране отчетливо осознает важность ИБ-проблематики. А мы прерываем наш репортаж. С вами была команда БИС-ТВ и я, Тамара Никифорова. Делитесь, комментируйте, ставьте лайки и следите за новостями мира информационной безопасности вместе с каналом БИС-ТВ. Спасибо, что были с нами. До встречи. Пока.